Госавтоинспекция России совместно с общественной организацией «Движение безопасности» объявляют о старте новой всероссийской социальной кампании «Шлем всему голова». Проект направлен на безопасность водителей и пассажиров мототранспорта. Акция продлится до 15 сентября. В течение этого времени сотрудники ГИБДД будут проверять не только наличие шлемов, но и контролировать соблюдение мотоциклистами правил дорожного движения. На территории Ноябрьского региона зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклистов, в результате которых пострадало 7 человек. Из них 4 дорожно-транспортных происшествия совершены по вине мотоциклистов, в которых 4 человека пострадало. Госавтоинспекция города Ноябрьска обращается ко всем владельцам двухколесных транспортных средств с просьбой в обязательном порядке обеспечить себя средствами пассивной безопасности и в первую очередь защитным шлемом. Использование защитного шлема в случае дорожно-транспортного происшествия сократит риск получения серьезных травм на 40%, а тяжелых – более чем на 70%.